воно стало зимнім. Поэтому, поэтому здесь, здесь мы видим трамвай. Раньше почти на всех трамваях писали «приобретайте облигации 3% внутреннего займа». В часы пик, и даже не только в часы пик, сесть на такой трамвай было очень трудно. Потому что трамваев было мало, а людей было много. Вот. Но тем не менее, я нежно любил эти трамваи. Хотя они, кстати, трамваи не отапливались. Поэтому если вдруг получалось так, что ты едешь с маленьким количеством людей вместе, то там просто мерзнешь. Я помню, 30 градусов, 35 мороза. Там, ну, это все равно, что на улице. А когда вот много сядет туда людей, то, то они обогревают друг друга своим дыханием и как бы движутся как некая единая масса, видимо, к светлому коммунистическому будущему, к чему, собственно говоря, мы и видимо, пришли сейчас. То есть трамвай объединял и загревал? Да. Трамвай точно разогревал, вот, а с объединением бывало сложнее, потому что возникали иногда драки, меня мое место тело, вот, уступи старому человеку, там, ты что не видишь, ребенок стоит, этому ребенку знаешь сколько лет, там, и дальше. Так. Ну вот, собственно говоря, вот, вы, наверное, даже и не знаете, что разговаривали с людьми. Кстати, Владимир, сейчас восстанавливают это дело, опять начинают принимать, да. Восстанавливают это время. Да? Ну, в общем, восстанавливают это время. И макулатуру тоже. Ну, макулатуру я не отразил. Не отразил. Дружинники. Входят дружинники. Ну вот был человек из Крыма, он сказал, это похоже на нас, только снег. У них ходят люди с красным повязкой. До сих пор есть и в Уфе, есть дружина. Есть в Уфе просто. А у нас тоже есть дружина. В Москве есть дружина. Значит, я изобразил не историю, а реальную жизнь. Правильно? Так? Я думал, что я все-таки изображал историю, а она оказалась реальной действительностью. Они, как, кстати, как санитары. Зимой они спасали их от обморожения, конечно. Них трудно. Но за день дружинника, по-моему, я читал, давали один выходной день. Отгул. За дружинника. Что-то я не помню. Я читал где-то, да. Да. Где-то давали, где-то не давали. К отпуску. Что? К отпуску добавляли день. А, к отпуску. Да, ну, в общем, что-то такое было. Да? А вот у меня вопрос, я когда смотрю, я уже третий раз к ней подхожу. Да. А это третий не их дружинник, не их товарищ? Может, просто они его не... Может быть. То есть просто, просто повязки не видно? Нет, просто дело в том, что сами дружинники... Как вариант, да? Сами дружинники выпивали тоже неплохо. А что делать за дружинник? Они же из народа. Мы приходили трезвыми, значит, записывали в журнале, нам выдавали повязки. Значит, вешали себе на руку повязку и шли во дворик, предварительно купив в магазине там портфель, например, да? Некоторые побогаче шли даже в кафе. А к вечеру шли уже немножко пошатывались, шли сдавать дежурство. Ну, во всяком случае, я дежурил именно так. Может, я клевещил нас. Советскую дружину, я дружинил, наверное, так. То есть к вечеру я уже, в конце, был несколько нагружен и несел. Вот. Но самое интересное, что те, кто принимали у нас дружинников, они были пьяней нас, явно, которые сидели... Которые сидели. Разнарядку. Да. Разнарядку. Это статья реклама. Нет, вас тут нету. Да вон же. А, да. Так, следующее, все в порядке. Театр, реальный театр, да. Вот, да, так что я, вы видите перед собой человек, который неоднократно ходил в дружину, да, это мог быть и наш человек, понимаете, мог быть и наш человек. Главное, люди думают, что с ним делать.
Это же волочить в штаб народной дружины далеко. Сдавать вообще милиции подло, да? А может, ему нужна скорая помощь? Вот, то есть проблем много, они решают эту проблему. Но здесь вот я так понимаю, что вот дама готова пригреть. Дама готова. Всегда, когда что-то происходит, всегда есть зрители, как в любом театре, да? Они хотят посмотреть, что же будет дальше. Да. То есть прошли вы через это, Владимир? Прошли? Да, конечно. Искренне. Так, ну что, дальше еврей.